Всем привет, мои хорошие! В этом видео я решила снять для вас небольшой влог. Мы только что с мужем были в супермаркете Ашане. Завтра у нас, вернее, сегодня ночью уже Пасха, поэтому мы так нормально закупились на Пасху, поэтому я знаю, что очень интересное видео о том, что мы покупаем, что мы едим, что сколько стоит, и, в принципе, я решила с вами поделиться и показать то, что я купила в магазине. Поэтому давайте покажу вам. Вот таких вот два пакета купили, и там еще лоток яиц и туалетная бумага обычная. Итак, давайте из маленького начнем. Первое, что мы купили, это будет обязательно такие вот листья салата, целый пучок. Стоит он, по-моему, 20 гривен у нас в Ашане. Люблю такой салат, очень такой вот свежий, упругий и хороший. Дальше, муж у меня любит сырные палочки вот такие вот, особенно подогревать их там секунд 30, сыр тает и становится очень мягким. Эти булочки мягкие и вкуснющие. Дальше обязательно покупаем семечки. Семечки мы едим только соленые. В этот раз мы купили Сан Саныч. Как-то семки нам сейчас не очень нравятся, потому что они часто у нас такие вот горькие и как будто не свежие. Поэтому мы покупаем сейчас Сан Саныч. Очень вкусные, такие вот жареный классный вкус, соленый. Дальше взяла приправу для курицы. Такая вот Эдель. Не знаю, что это за фирма, но беру всегда вот такую вот приправку. Следующее. Обожаю с молоком и с чаем пить вот такие вот печенье вот такое. Называется кофе, топленое молоко. И вот обычно они очень быстро тают в кофе, то есть в жидкости, и очень вкусные на вкус. Поэтому я люблю. Взяли такое вот молоко яготинское, берем или яготинское, или простоквашино. То есть нам больше всего нравится яготинское, но если нет, например, яготинского, то берем простоквашино, тоже хорошее молоко. Дальше взяли вот такие вот маленькие мини-булочки для бургеров, это такие вот детские. Большие были с кунжутом, но они, по-моему, стоили около 50 гривен, а на эти была акция, стоили они 11 гривен, поэтому мы, не задумываясь, взяли, тем более они такие маленькие, можно вот пару штук съесть и наесться. Я планирую делать там, например, с колбасой, с ветчиной, помидорка, сыр, разогреть это все в микроволновке и кушать, например, с чаем или с чем-нибудь другим, поэтому мне нравится. Следующее. Закончился у меня мой шампунь Head & Shoulders, поэтому я взяла вот такой вот попробовать, это новинка походу. Такой вот Сьос против 100% меньше видимой перхоти. То есть еще не пробовала, решила просто попробовать. Стоит он 57 гривен. Head & Shoulders у нас стоит 97 гривен, большая бутылка. Поэтому я решила попробовать такой, чтобы волосы не привыкали. Дальше запачкала руки красителем для яиц в магазине, поэтому взяла самые обычные салфетки для того, чтобы прям в магазине вытереть руки. Дальше ватные диски у нас сейчас баснословных денег стоят, поэтому я взяла самые дешевые в Ашане, 150 штук, по-моему, 22 гривны стоило. Хорошие, они такие упругие, в принципе. Я как-то не заморачиваюсь по поводу качества этих ватных дисков, потому что они нужны тоннами и постоянно, то есть покупать и тратить деньги на дорогие ватные диски я не вижу смысла. Дальше купила вот такие вот разные добавки к тесту, к выпечке. Это разрыхлитель, наверное, тесто. Такой вот упаковочки. Это именно ашановская марка такая вот. Кожен день, каждый день называется. Дальше взяла ванильный сахар тоже к разным выпечкам, к творожным запеканкам. В общем, понадобится всегда. Дальше буду делать салат с крабными палочками, чесноком и плавленым сыром. Поэтому взяла вот такие вот три штучки. Дружба, сырный, плавленый. Вот так вот. И вот три штучки. Три штучки мне хватает на большую тарелку салата. То есть пачка крабовых палочек, три сырка и, не знаю, там головку чеснока для того, чтобы был вкус чеснока.
Дальше взяла майонез. Сегодня буду делать пиццу. Еще вам покажу, как я делаю пиццу. Покажу, что в итоге получилось. Такой вот майонез беру. Алком тоже хороший. Вообще беру большой. Но так как у нас есть большой королевский, то есть большая упаковка, взяла маленький для того, чтобы просто заправить пиццу. Дальше нашему троглодиту маленькому берем вот такие вот консервы. Это опти. Взяла разные. 5 штук взяла. Кстати, в Ашане самые дешевые они. Так они по 9 гривен, по-моему. А в Ашане по, там, до 7-6, 6,70, по-моему. Он у нас очень вкусно их ест. Очень любит их. И, в принципе, я больше доверяю вот такому вот корму. И когда мы брали его из приюта, нам советовали кормить или Royal Canin, или опти. Опти, в принципе, такой более бюджетный, но по качеству не сильно отличается от Royal Canin. Дальше взяли такую вот шинку, кусок шинки, буженаль, называется купец, 420 грамм. Этот кусок получается, по-моему, около 70 или 80 гривен. То есть там, по-моему... Ну да, где-то 70 или 80 гривен. Взяли его для того, чтобы положить в корзинку, кусочек отрезать и пойти в церковь, чтобы осветить ее вместе с корзинкой, с пасочкой, с яичками. То есть такое вот копченое мясо у нас всегда ложится в корзинку. Поэтому взяли такое вот копченое. Я, в принципе, такое люблю. Муж у меня тоже ест. Остальное съедим с бутербродами или, например, с теми же булочками для бургеров. Дальше муж очень любит бутерброды есть. Утром и вечером бутерброды с чаем, вот с такой вот колбасой. Это деликатесная с молоком, Ятрань, хорошая фирма. Здесь получается сколько? 700 грамм. Там была какая-то акция, то есть сразу при тебе разрезали новую палку колбасы. Здесь 762 грамма, 38-24 стоит. То есть большой такой кусок. В принципе, на каждый день кушать с бутербродиками очень хорошее. И последнее в этом кулечке, это вот такой вот дезодорант. Муж пользуется, попробовал новый. Такой вот Garnier Men 96 часов для спорта. Не пробовали раньше, поэтому сегодня и вообще будем пробовать. Следующий пакет огромнейший. Взяли вот такие вот, как вафли из детства. То есть у меня стоит банка вареной сгущенки. Муж захотел, чтобы сделала тортик. Поэтому завтра или сегодня будем кушать тортик. Такие обычные вафельки. Дальше, для того, чтобы покрасить яички, мы взяли такие вот обычные красители и наклеечки. Украска для... написано «Сказочная пысанка». Такие вот. Дальше еще один ванильный сахар. Дрожжи сегодня буду делать. Пиццу. Для пиццы нужны дрожжи. Два вот таких вот молотых черных перца обычных. Дальше салфеточки такие тоже обычные. Еще одна пачка туалетной бумаги. Муж у меня обожает вот такие вот печеньки. То есть со сгущенкой, с такими вот воздушными шариками. Это вот пачка 21 гривна. Дальше 18.34, такая же пачка, то есть здесь уже немножко поменьше их. Дальше сломалась у нас наша зажигалка для плиты, поэтому взяли новую зажигалочку, тоже такая вот газовая, можно добавлять газ. Для пиццы взяли вот такие вот сосиски, это полукопченые колбаски егерские, такая вот, не знаю... Порежу маленькими кусочками и разложу на пиццу, то есть с сыром, с грибочками и с помидорчиками будет очень хорошо. Дальше. У нас дома, ну вот в новой квартире, нету скалки, поэтому взяли такую вот деревянную скалку. Такая вот обычная, хорошая скалочка, профилактика для мужа. Дальше ватные палочки обычные. Муж любит очень такую вот колбасу домашнюю, то есть сырую. Стоит 42 гривны, получается, здесь 840 грамм. Такая вот колбаса, просто ложите, мы ее ложим в микроволновку на
Мы ее ложим в микроволновку на 15-20 минут. Она вот просто жарится. И уже по готовке, ну, там, по времени можно иногда поглядывать на нее, когда она немножко присохнет и станет такой вот... ну, то есть по готовности уже будет видно, что ее можно вытаскивать. Очень вкусная. Это у нас, сейчас скажу, из чего? Свинина. Да, свиные. Свиные. Там муж брал сосиски на развес. Дальше для пиццы взяла вот такой вот сыр твердый. Берем только шостку, российский, классический. 29 гривен стоит такой вот кусочек. Дальше муж у меня обожает лаваш, поэтому берем такой вот обычный армянский лаваш. Дальше для салата с плавленными сырками взяли крабные палочки такие вот. Упаковка у меня уходит на одну порцию салата, то есть на одну тарелку большую. Дальше дрожжи. Взяла разных дрожжей для того, чтобы просто лежали дома. Дальше сахар с ароматом ванили тоже буду добавлять в выпечку. Буду добавлять запеканки и прочие блюда. Дальше еще два красителя для яиц. Сегодня будем красить яйца. Дальше еще один сахар. Наклеечки еще одни для яиц. Дальше взяла 4 помидорки, на помидоры, на овощи. Вообще у нас, конечно, колоссальные цены. Вот 4 помидорки, 29 гривен. И это в Ашане, при том, что в Ашане самая дешевая цена, по-моему, со всех супермаркетов. В остальных там по 79 гривен килограмм. То есть нереальные цены. Взяла грибочков на пиццу и, в принципе, суп грибной я люблю. Муж меня любит, я варю такие вот грибы. 17-22. Такая вот маленькая упаковочка. Дальше килограмм моркови обычной мытой взяла. Килограмм лука. Тоже такой вот на развес обычный. Хороший лук у нас. Тоже килограмм банан, блин, 40. Кило 200. 40 гривен. Такие вот бананчики. Тоже очень любим с мужем. Дальше 3 огурчика. Тоже 36 гривен. И вот, не знаю, хватает их, наверное, на 2 салата, на 2 раза покрошить салаты. И решили попробовать новую редиску. Я знаю, что она сейчас нитратная, то есть очень полезная, но вот как-то хочется, муж захотел, сказал салатик овощной с редисочкой ему сделать. Поэтому взяли. Стоит 20 гривен 38 копеек. Вот, в принципе, и все. Это все наши покупки. Общий чек по всем покупкам 1148 гривен. Так, всем привет, девочки. Продолжаю свой вчерашний влог. Решила поделиться с вами своими любимыми и незаменимыми продуктами от компании Faberlic. Решила не снимать отдельное видео, а вставить кусочек тех продуктов. Некоторые из них мои новиночки, которые я купила вот совсем недавно и в одном из последних заказов делала. Поэтому решила с вами поделиться. И вот с тех пор, как я вот купила, или 2 года уже я пользуюсь компанией Faberlic, я вам покажу то, что именно я обожаю и не изменяю, то есть пользуюсь почти каждый день. Первая моя новиночка — это вот такой вот спрей-кондиционер. Такой вот несмываемый. Он идет двухфазный. Здесь, пока я несла, он смешался. То есть его обязательно перед применением нужно смешивать, взбалтывать хорошо и наносить на влажные волосы. Очень круто увлажняет. Очень хорошо увлажняет волосы, утяжеляет их и облегчает расчесывание. Действительно, такая вот штучка, обычное такое вот средство с распыляющей помпочкой, такой вот, как обычный спрей. Очень мне нравится, такой ненавязчивый запах, хорошо, в принципе, наносится, не жирнит волосы, что мне очень нравится, но я не пробовала наносить его на корни волос, поэтому не скажу, как действует он именно там. Следующая моя тоже незаменимая вещь, можно видеть потому, как я ее использую. Это пенка для умывания, воздушная пенка для умывания от из серии премиум. Обалденная штука, тоже нужно хорошенечко взболтать, чтобы она превратилась в пену. И 2 нажатий хватает для нанесения на все лицо. То есть я люблю мыть лицо 2 раза, поэтому 2 нажатий мне хватает, чтобы полностью очистить свою кожу перед сном и утром. Очень мне нравится, легкая, воздушная. Для моей жирной кожи, в принципе, она не сушит, она, по-моему, для сухой кожи.
предназначена для сухой чувствительной, но очень нравится, использую каждый день. Вот, расход небольшой, если использовать по одному нажатию, поэтому я с удовольствием пользуюсь, и мне очень нравится. Вторая находка для волос. Так, как бы его открутить? Итак, вторая. Так, второй продукт для волос. Это вот такая вот маска. Это вторая по, не знаю, по счету маска, которая мне нравится именно в компании Faberlic. Была оранжевая, но, по-моему, ее сняли с производства, уже давно нету. Мне вот из всех масок, которые там есть, нравится, единственная, которая мне сейчас больше всего нравится, это вот такая вот масочка Deep Aqua из серии Expert. Глубокая гидратация. Так вот выглядит маска. Она постояла у меня ночь открытой, поэтому верхний слой немножко засох. Очень мне нравится, хорошо увлажняет. Маски я наношу как кондиционеры на несколько минут после мытья головы, то есть со средины волос, и вот наношу, пока там, не знаю, моюсь гелем для душа, мою все тело, умываюсь, чищу зубы, маска у меня на волосах, и вот буквально 5 минут хватает для того, чтобы она увлажнила, так вот хорошо пропитала мои волосы, очень мне нравится, хорошо расчесываются волосы, и, в общем, она справляется хорошо. Следующий мой незаменимый продукт, это скраб для тела, это один из самых лучших скрабов для тела вообще в Faberlic. Это вот такая вот малина и белый шоколад. Лакомство для тела 0 калорий. Beauty Cafe серия. Обожаю. Посмотрите на эту красоту. Оно выглядит как малиновое варенье. Оно безумно вкусно пахнет. Скрабирующие частички там достаточно крупные, что позволяет хорошо очистить кожу. То есть мне хватает, не знаю, там, наверное, 2 нанесений для того, чтобы хорошо протереть и снять ороговевший слой кожи. Мне очень нравится. Безумно нравится запах и консистенция, и то, как работает, тоже нравится. Следующий мой продукт, который я покупаю, вот честно говорю, уже 2 года, как только заканчивается, я покупаю и маме, и себе. Стоит он до 100 гривен, здесь килограмм стирального порошка, он универсальный, идет как для белого, так и для цветного. Безумно мне нравится, здесь идет мерная ложечка в комплекте, то есть коробка такая вот удобная, не, даже если там упадет, оно не рассыпется. Очень приятный нейтральный запах. Здесь идет такая вот упаковочка, и в комплекте идет такая вот ложечка. Хватает этой ложечки, наверное, смотря какое количество стирки. Но я насыпаю всегда пол ложечки по вот эту вот полосочку, которая на ложке. Мне хватает с головой. Очень вкусный такой нежный запах. Хорошо отстирывает. Белое очень классно отстирывает. Мы когда первый раз купили, маме очень понравилось. То есть, говорит, разница есть между нашими вот этими всеми Ариэлями и Тайдами. Постоянно покупаю. Хватает на 25 стирок. 1 килограмм. Хороший порошок. Покупаю уже 2 года постоянно. Следующая, это тоже новиночка моя. Это такой вот Air Stream. Кислородное сияние серия. Это типа BB-крема. Такой вот BB-крем. SPF 15 есть. Хороший крем. Легкий, на лето и весну будет хорошо. Для девочек, у кого идеальное лицо, то есть идеальная кожа, в хорошем состоянии, без видимых высыпаний, подойдет отлично. На каждый день очень хорошо. Я буду использовать его лето, так как он немножко темноватый, желтоват для моего оттенка кожи сейчас. Но, в принципе, если его хорошо растушевать, то его будет незаметно на лице, так как я люблю поплотнее слой, поэтому на мне достаточно видно разницу между тонами шеи и лица. Помпа такая вот здесь хорошая. Стеклянная бутылочка идет в такой вот коробочке. Инструкция, все описано, что он делает, для какой кожи, и, в общем, SPF 15, в принципе, на весну сейчас очень хорошо будет защищать от солнышка. Дальше две новиночки, это 2 карандашика для губ и для глаз. Обожаю синий цвет, то есть все, кто следят за мной давно, знают, что у меня любимый цвет синий, глаза у меня голубые. Вот этим карандашом я делаю подводку и закрепляю вот этими вот тенюшками, о которых я расскажу немножко попозже. Такой вот масляный карандашик, выкручивающийся автоматически. Хорошо работает карандаш, то есть выкручивается, закручивается все полностью. Не остается там вот этих вот штучек. Синий цвет у меня.
артикул 55-50, очень мне нравится, очень жирненький, легко наносится. Единственное, что если у вас жирное веко, то он может отпечатываться, если не закрепить его тенями. И второй карандашик, с которым я, к сожалению, немножко ошиблась в оттеночке. Я хотела взять нюдовый оттенок под свои нюдовые помады, но пришел такой вот немножко тепло-рыжо-коричневый такой вот кирпичный оттеночек. Тоже карандаши по качеству мягкие, хорошие, пигментированные, наносятся хорошо. Но единственное, что мне очень теплый оттеночек попался, поэтому я им не пользуюсь, отдам тете. У меня тетя пользуется такими вот бордово-коричневыми оттенками. Поэтому, в принципе, карандашами довольна. И два оттеночка теней. Часто вы спрашиваете в Инстаграм, что у меня на нижнем веке, когда я делаю подводку, то есть внутреннюю слизистую прокрашиваю. Чаще всего у меня вот такой вот оттенок теней сиреневый, вот этот вот самый яркий из палетки 51-57, это запеченные тени. Безумная пигментация, то есть хорошая. Яркие цвета, очень классные. И вот эта кисточка, кстати, я наношу их на слизистую, держится целый день. Поэтому чаще всего я использую вот этот вот сиреневый и вот этот вот синий, который вот такой вот холодный лазурный цвет. Очень пигментированный, тоже красивый цвет. Хорошо переносится. Одного движения на водную линию хватает для того, чтобы полностью прокрасить всю водную линию. И вот цвет был пигментированный, очень яркий. Поэтому я безумно довольна этими тенями. Пользуюсь тоже почти каждый день. Обожаю делать ими. Вот, кстати, закрепляю вот этот вот карандашик синий. Я вот этими тенюшками очень хорошо держится целый день. Поэтому вот такие вот новиночки и любимочки Faberlic у меня были. Надеюсь, вам было интересно.